познать Христа, познать, не верить. Потому что вера, смотрите, это как основа. То есть это есть первый шаг веры, да? Вера – это знание. Но есть первые шаги знания. Мы все растем, мы идем по ступеням, как по спирали, восходим. Это восхождение твоей веры, восхождение твоих знаний. Ведь мы растем. Пройдут годы, пройдет год, два, три. И если я иду в вере, то моя вера будет расти, твоя вера будет расти. Соответственно, знания будут расти. Ты идешь с широким кругозором, не узкими вратами. Давайте я вернусь. Вот сейчас Святой Дух меня вернул, да, показав мне. Смотрите, нам зеркально, в зеркальном, в таком вот искаженном порядке сказали, да, идите тесными вратами, говорится овцам, да. Библия говорит, что люди это овцы, и овцам говорится, идите тесными вратами. Тесны врата и узок путь в жизнь. Но широкими воротами не идите. Так, смотрите, это же все аллегория. Овцы – единственное место, куда овцы идут тесными вратами, единственное место – это на бойню. Овцы идут на бойню друг за дружкой. Овец на бойню всегда ведет козел. Овцы, когда идут узкими вратами, узким коридором, это единственное место, где овца может одна за одной идти, это вот на скотобойню. Есть в Ютубе, посмотрите, замечательный пример вот этой скотобойни. В общем, наберите там «козел-провокатор», наберите слово в Ютубе «козел-провокатор», «мясокомбинат». Вы увидите старый СССРовский документальный фильм, четко показывающий работу козла-провокатора, который овец ведет узким путем. Овцы идут в загоне, одна за одной идут. Они видят ничего, кроме задницы. Впереди идущие овцы, они ничего не видят. Вот они идут, козел берет всю эту отару и ведет. Овцы настолько глупые существа, что идут за козлом. В природе так все и есть. Овцы идут за козлом на самом деле. И вот они идут узким путем, впереди они видят только задницу друг друга. И даже если овца, она поймет, а там, когда овца узким путем идет, вот так, они друг за дружкой идут, да, узким путем. Даже если овца и увидит, что, а там их за крюк подвешивают, каждую за крюк подвешивают и потрошат. И вот они конвейером идут, идут, их потрошат. Обязательно после этого стрима найдите этот ролик в Ютубе. Вы просто поймете, что к чему, да? Забыл как того, ну найдете, в общем. Даже если какая-то овца увидит, что там всех за крюк подвешивает, то назад она уже не сможет, потому что сзади идущая овца будет ее своим лбом пинать, чтобы все, чтобы эта овца шла только этим узким путем. Она не может никуда. Не, она уж все, это конец. Их там просто на крюки подвешивают и все. То есть это дорога в ад, если говорить образно. На крюки, где их вешают, демоны, условно говоря, и мучают.